Уважаемые телезрители телеканала ТВ представляет прогноз погоды на 7 сентября. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Партнер прогноза погоды – медицинский центр «Атлант». Врач из Санкт-Петербурга устранит смещение шейного позвонка. Успевайте запись до 6 октября. Головная боль. Боль в шее и спине, скачки артериального давления, боли в суставах и постоянное чувство усталости. Это может быть признаком смещения первого шейного позвонка «Атланта». Мы в силах помочь вернуть здоровье. Медицинский центр «Атлант». Лечение по швейцарской технологии. С 27 сентября по 6 октября в Улан-Удэ. Квалифицированный специалист Иванов Сергей Александрович. Запишитесь на прием по телефону 650722. По республике, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15. По остальной территории преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью от минус 1 до плюс 4. По Баунтовскому району до минус 5. Днем плюс 8-13. По центральным районам ночью плюс 4-9, местами до минус 2, заморозки. Днем плюс 14-19. По южным районам ночью плюс 2-7, местами по юго-западу до минус 3, заморозки. Днем плюс 14-19. Столица Бурятии без существенных осадков, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 7-9, максимальная днем плюс 16-18. Аргентина – единственная страна, названная в честь химического элемента. Аргентум на латыни означает «серебро». Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагнанов. Ну, наверное, в стране большие залежи серебра. Однако…